Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем оригинальную упаковку для бутылки. А для этого нам понадобятся салфетки в тематику вашего праздника, соответственно, пергаментная бумага, пищевая пленка, ну и бутылка. Возможно, вы уже догадались, что мы будем ламинировать наши салфетки, а точнее даже делать ламинированный мешочек для того, чтобы поместить туда ваш подарочек, ваш сувенирчик, ну или как в моем случае это мешок. Соответственно, мешочек можно сделать любого размера, который вам необходим. А теперь давайте скорее приступим к изготовлению нашего мешочка. Расстилаем пергаментную бумагу, далее в несколько слоев застилаем пищевой пленкой. Заранее предлагаю попробовать на отдельном маленьком кусочке в 2 или в 4 слоя застелить вот такой вот пленкой, чтобы вы попробовали, какая плотность вам необходима. И не переживайте по поводу складок, так как при разглаживании горячим утюгом эти складки все разгладятся, расплавятся. Теперь необходимо определиться с декором и с размером. Соответственно, салфетка у меня будет новогодняя, так как подарок будет на Новый год. Чтобы рисунок смотрелся в одну сторону, необходимо салфетки разрезать и развернуть рисунок в одну сторону. Также обратите внимание на размер мешочка, чтобы вы определились с высотой бутылки. И также обратите внимание на то, что рисунок у вас будет повторяться, если вы будете использовать вот такие салфетки, как у меня. Ну и смотрите видео дальше, я вам покажу, как я придумала, чтобы было не повторяющийся рисунок, а рисунок только по центру. Отмечаю размер необходимого мешочка. Определяюсь с помощью бутылки, где необходимо по центру сделать рисунок. Так как это салфетки двухслойные, я разделяю их на отдельные слои, то есть снимаю дополнительный белый слой. По размеру мешочка на пергаментную бумагу укладываю первый белый слой. Дальше по центру выставляю рисунок. Все оставшееся заполняю оторванными кусочками салфетки. Тут можно было нарвать только голубой фон со снежинками, или же, как я сделала, порвала просто салфетки, разные кусочки, чтобы это не был цельный рисунок, а как будто бы вот такие хаотичные разорванные части. Напишите мне в комментариях, какой бы вариант выбрали вы. Вот так будет выглядеть наш фон. Теперь нам необходимо его укрыть снова пищевой пленкой. Как я и раньше говорила, пару слоев. И накрываем все это еще одним слоем пергаментной бумаги сверху. И хорошо проглаживаем горячим утюгом с двух сторон. Когда вся поверхность нашей салфетки будет заламинирована, можем приступать к формированию мешочка. Нам необходимо свернуть салфетку таким образом, чтобы получилась труба. Внутрь обязательно положить пергаментную бумагу сверху и снизу, чтобы мешочек не сплавился полностью, а получилась именно труба. Чтобы хорошо склеились все части друг с другом, проглаживаем также с двух сторон. То есть сначала гладим с одной стороны, выворачиваем наизнанку и проглаживаем с другой стороны. Не забываем подкладывать пергаментную бумагу. Теперь необходимо сделать дно. Также подкладываем внутрь пергаментную бумагу, загибаем один край и проглаживаем утюгом. Вот такой вот мешочек у нас получился, проклеенное дно, и можно уже вставлять нашу бутылочку. Осталось всего лишь подобрать ленту и завязать на бантик. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, насколько вам понравился такой
вариант оформления шампанского. Ну, в принципе, можно любую бутылку таким образом оформить. Главное желание и красивые салфетки. Подпишись на канал BHBCF.